Всем привет! На ТВЦ выходит новый сериал под названием «Детектив на кончику пера». Вера Любочкина пишет женские романы. Ее книги хорошо продаются, но ей хотелось бы писать детективы. Младший брат Веры, Никита, работает в местном отделе Следственного комитета. Его начальник, Петр Кравцов, поручает ему деликатное дело – найти Юлю Филиппову, сбежавшую невесту сына известного бизнесмена. Никита отправляется искать Юлю и пропадает. Вера бросается на его поиски, используя законы драматургии. Ей удается не только найти брата, но и раскрыть убийство невесты. Премьера четырехсерийного сериала «Детектив на кончику пера» состоится 28 октября на ТВЦ.